Дзяржаўтаінспекцыя падводзіць вынікі акцыі па прафілактыцы ДТЗ, у якіх траўмы атрымліваюць дзеці-пасажыры. Напярэдадні інспектары праводзілі спецыяльныя рэйды па вуліцах горада і правяралі захаванне правілаў перавозкі галоўных для бацькоў аўтааматараў маленькіх пасажыраў. Наталля Капрыленка з падрабязнасцямі. Мэта профилактичного мероприемства – дитя головный пассажир звернуть увагу батьков автоаматоров на проблему дитячего травматизму по вине самих же старейших родных. На контроле инспектора УДАИ дороги каля школ, дитячих садков, поликлиник и гульнявых пляцовок. Коли у салонах были зауважены дети, машины спынялись для проверки. Заличенные хвилины работы рейдовый экипаж выявил несколько автомашин, где маленькие пассажиры находились в утримливающих креслах, але не были пришпилены. Некольки водителей выкарыстовывали для дзяцей пасажыраў рамяні бяспекі, прызначаныя для дарослых. Для дзяцей яны не падыходзяць. Сустрэліся на дарозе і больш добрасумленныя бацькі за рулём аўто. Нет, но я считаю, что постоянно нужно пристёгивать детей. Это прежде всего безопасность наших детей. Ну, нам двор оставалось, но мы, да, я пренебрёг и не пристегнул. Нет, на самом деле в кресле бывает капризничать, вот прямо расстегните и все. Но тогда стараемся там остановиться, успокоить, ну, а в дорогу пристегнуть. Не стараемся, мы всегда пристегиваемся. Потому что, да, главное здоровье детей. И если пренебрегать этими правилами, это может закончиться трагически. Не боитесь вот на первом сиденье возить? А я сзади ее не вижу. Поэтому она сидит спереди, хотя, говорят, да, безопаснее за водителем, но мне комфортнее то, что я вижу, что она делает. Инспекторы ДАИ звернули увагу батьку автоматору на отказность за незахование правил перевозки детей и рассказали про реальные выпадки, коли бустеры и дитячие креслы выратовывали малых от смяротных травм при ДТЗ. С початку года у регионе зарегистрованы один выпадок травмирования неполнолетнего пассажира у аварии. Миновито утрымливающее пристосование у салоне застерогло 5-годовое дитя от тяжких наступств для здоровья. Согласно правилам дорожного движения, ребенок при движении в транспортном средстве должен быть пристегнут ремнем безопасности и находиться в детском удерживающем устройстве до 12 лет, согласно веса и роста ребенка. Исключение составляет только рост ребенка свыше 150 сантиметров, удерживающее устройство либо бустер не требуется. За невыполнение данного пункта правил дорожного движения водитель будет привлечен к административной ответственности согласно действующего законодательства. Наталья Капрыленка, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».